Всем привет, это такое короткое вводное видео, расскажу, кто я такой, чем будем заниматься, как и в каком порядке. Значит, о себе сначала. Я айтишник 2006 года, сейчас я уже руководитель своей IT-аутсорсинговой компании, и с 2009 года я препод. То есть я практически у нас обладаю очень хорошими навыками по работе с операционными системами, с программным обеспечением, я такой серьезный продвинутый админ, у меня полно сертификатов майкрософтовских, линуксовых, разных прочих, и я еще и препод. Преподаю я в разных бизнес-школах и еще в Московском технологическом институте на курсах повышения квалификации, дистанционное образование и так далее. Если что, можете приходить туда учиться ко мне. Значит, у меня полно опыта, накопилось огромное количество материала, я готов вам поделиться, пока у меня есть время и силы на это. А время остается все меньше, сил все больше, но не хочется их тратить на это, но тем не менее. Для чего я это делаю? Значит, я считаю, знания должны быть у нас свободные, знаний должно быть много. В частности, мы начнем с вами с операционных систем. Материалов по операционным системам найти очень тяжело. Есть много очень разных курсов, и если бы они были, в принципе, толковые, я бы, наверное, не выпендривался, ничего сюда не выкладывал. Но на большинстве курсов учат такой полнейшей теоретической ерунде. Мне жалко ваше время. Мне хочется, чтобы у нас русскоязычное айтишное сообщество все-таки как-то развивалось, умело пользоваться современным программным обеспечением, чтобы все материалы были доступны. Так что я решил их все сюда выложить. Для удобства обучения я сейчас создаю сайт, уже, правда, не я создаю, и довольно-таки долго, но я думаю, уже скоро это все закончится. На сайте будет удобнее пользоваться курсами и уроками, потому что YouTube все-таки помимо плейлистов мне ничего не предлагает удобного, а на сайте будет видно, в какой последовательности все-таки идут уроки, и каждым уроком, я надеюсь, у меня все-таки будет время сделать домашние задания, для самостоятельной работы, тесты различные, чтобы мы могли как-то себя проверять. Для всех тех, кому курсы пригодились, давайте подписывайтесь на канал, чем больше будет подписчиков и просмотров, тем больше народу увидит. Это и хорошо. Денег все равно больших я на этом, да и небольших не заработаю. Это все-таки айтишники. Очень мало нас. Это не 100-500, не стопхам. Так что денег мы не заработаем. Но тем не менее надо видео распространять. Также я сделал на сайтике страничку, если вдруг кому-то будет очень полезно и кому-то понравится учиться здесь, а не ходить по образовательным центрам, могут мне соточку другую послать. Там, я не знаю, через PayPal, через что-нибудь, я пока не знаю, какие-нибудь платежные системы я прикручу. Мне будет приятно, будет больше времени, чтобы я мог развивать проекты, выкладывать больше видео. А то так мне приходится пахать на 3 работах. И очень мало времени остается на создание таких уроков. Относительно текущего курса, такое введение в администрирование Linux. Это курс именно по знакомству с Linux. План курса я составил по сертификации от Института профессионального LPI. У них есть сертификация такая, LPIC. И это, грубо говоря, подготовка к их первому экзамену. Вообще LPI предлагает нам 3 ступени знаний Linux. Каждая ступень предполагает сдачу 2 экзаменов. То есть всего 6 экзаменов. Это первая ступень, первый экзамен. Курс этот у нас очень полезный и популярный, я могу сказать. Это потому, что я изучил очень много материалов на эту тему. У нас очень мало литературы, мало хороших ссылок, особенно на русском языке. Есть какие-то замечания на форуме, есть некоторые руководства, но так в доступном пониманию таких начинающих админов я ничего не видел. По этому курсу, я думаю, он у нас быстро разойдется, будет у нас учиться много народу по всему СНГ. Кроме того, я думаю, преподаватели-айтишники тоже возьмут его за основание, так что я вам рекомендую с ним ознакомиться. Его хорошо знать и тем, кто не знаком с Linux совершенно, и тем, кто Linux знает, потому что открываются какие-то моменты, которые вы, возможно, на практике не использовали. Так пробегитесь, просто посмотрите, может быть, что-то вам будет интересно. Весь курс рекомендую изучать я постепенно, по одному видео за другим, с самого начала, потому что я часто ссылаюсь на предыдущие видео. Нужно не просто слушать, смотреть, а обязательно повторять за мной. Для этого я вам всем рекомендую, ставьте VirtualBox, есть такое свободное программное обеспечение, и в него просто устанавливаете Ubuntu и на ней повторяете за мной все, что я делаю. Так, наверное, поступать проще всего. По VirtualBox я и по установке Ubuntu видео не делал, там все просто, буквально далее и готово. Как только я выложу домашки и тесты, и занятия для самостоятельной какой-то работы на сайт, я вам рекомендую их тоже повторять. В принципе, этого курса достаточно для сдачи первого этого экзамена, 101-го от Института ЛПИ. Кроме того, пока я пишу это видео, уже один товарищ даже посмотрел мои видео и написал, что экзамен успешно сдал. Поблагодарил, и ему спасибо за то, что он мне доверился. План у нас такие дальнейшие. Как только я сейчас скатаюсь в Грузию, покатаюсь на лыжах, я вернусь и буду делать подготовку ко второму экзамену в пределах первой ступени ЛПИ. А там видно будет. Удачи вам. Спасибо за то, что доверились мне в такой задаче нелегкой, как изучение Linux. Я тут оправдаю ваше доверие, думаю, быстро и легко.